этого добились благодаря тому, что когда биск проигрывает из оружия, он один раз читает его служебную дорожку, и после этого он ее постоянно держит в памяти, пока лоток не откроется. То есть включаем, включаем, и он справится. Служебная дорожка биска поставлена нам в память. Соответственно, когда мы его запускаем, ему не надо повторно ее считать, сразу же мы там место, где он остановился, и начинает показывать фильм. На выходе быстро. Ну что же, я так понимаю, что время кофе. Они в своем сегменте. И у нас будет 10, где-то минут 40-50, то вообще. Цена ходьбой будет длина.